сообщает ТАСС о заявлении РФ президента, что не обсуждали с Россией новых мирных по Украине инициатив. И это для меня совсем неудивительно. И в клипов записи, хотя с ко всем призывами понять пословицу: когда в хвосте начало, то в голове мочало. Я и в 78 лет ретив, обращаюсь к людям с такими я призывами для очистки совести моей исключительно. Ежедневно, с утра до вечера. Потому что делай, что должен, и пусть будет, что будет.